сейчас мы продемонстрируем начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. На первом этапе заведите такой подсумочек, туда наложите лакомство. И всей командой обязательно подкрепляем лакомство. Порода у нас немецкая овчарка, девочка, возраст 5 месяцев, кличка Деля. Ко мне! Хорошо. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Повторили команду, гладили, дали. Хорошо, ко мне. Хорошо, ко мне. Рядом. 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 На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при начале движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке, отработайте команду рядом. Потом будете подавать остальные команды поэтапно. Хорошо, рядом. 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 По команде стоять собака должна стоять. Выдержку со временем будем увеличивать. На первом этапе обязательно все команды подкрепляем лакомством. Хорошо стоять. Повторили команду, огладили под низ живота, повторили команду. Хорошо стоять. Рядом. Рядом. Стоять. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Лежать. Хорошо лежать. По команде лежать собака должна лежать. Выдержку также со временем будем увеличивать. Существует три вида поощрения. Первая – дача лакомства, оглаживание командой «хорошо». На первом этапе применяем три вида поощрения. Подходим и хвалим собаку. Хорошо лежать. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Сидеть. По команде сидеть собака должна сидеть. Выдержку также со временем будем увеличивать. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю в утренние часы до кормления. Желательно на первом этапе в уединенных местах, без посторонних раздражителей. Подходим и хвалим собаку. Хорошо сидеть. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, девочка. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, место. Команду места мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда места от сидеть, лежать или стоять? Более длительный интервал по выдержке, собака может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Подходим и хвалимся. Хорошо, место. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Место. Ну, на этом мы свою дрессировку будем заканчивать. Порода у нас немецкая овчарка, возраст 5 месяцев, кличка Дель. Свою работу закончила.